На железнодорожном вокзале в Твери прошла масштабная дезинфекция от COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Санитарная обработка проводилась силами специализированной пожарной спасательной части. Специалисты, поделившись на группы, дезинфицировали залы ожидания, платформы и площадь перед зданием вокзала. Для обеззараживания спасатели использовали спирта- и хлоросодержащие растворы, которые оказывают разрушающее воздействие на вирусы и при этом безвредны для людей, животных и растений. По завершению всех мероприятий в обязательном порядке проводится обработка задействованной техники, оборудования и специальной одежды личного состава.